Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Ремонтные работы по улице Дорожной начались не так давно, но в строительную организацию то и дело поступают звонки. Чаще всего люди просят разрешения забрать асфальтовую крошку себе, дабы улучшить состояние некоторых улиц нашего города. В данный момент ведется фрезерование улицы Дорожной. Огроменная просьба ко всем жителям, госчиновникам и так далее и тому подобное. По этому поводу не звонить, не беспокоить. По контракту, заключенному с городской администрацией, асфальтовая крошка с улицы Дорожной будет распределена по двум десяткам улиц, среди которых есть Мирная, Янтарная, переулок Апрельский и не только. Наименование остальных, по словам представителей дорожной организации, можно найти на сайте городской администрации в разделе «Аукционы». Весь материал, который фрезеруется, уже разыгран аукцион. Контракт у нас на руках. Мы этот материал будем укладывать на те улицы, на которые администрация города нам покажет. На тех улицах, для которых материала не хватит, распределят песчано-гравийную смесь. А к тем, кто ездит по улицам Карла Маркса и Дорожная, особая просьба – более пристальное внимание уделять знакам. Иначе ремонт городских дорог может привести к ремонту автомобиля, а то и к проблемам со здоровьем. Зульфия Амирова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».